Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Тутенпаут и... Изивалка. А мы сегодня будем наконец-таки стену плоти мочить. Надеюсь, у нас это все красиво выйдет. С первого раза, надеюсь. Сейчас вот готовимся. Будем надеяться. Мы, кстати, вот проходили вот эти нашествия, как там, артанианских гоблинов или каких? Не помню даже. Ну, вот у нас теперь, короче, есть турели всякие, которые тоже помогают. Ой, господи, скинул мне эту приготовленную рыбу, когда у меня штук 30. Возьмешь, бафнешь все, типа, не помрёт. Мне вот интересно, он будет использовать эту самую зелье обычное, короче, хилки, он будет на Б юзать, вот. Не знаю точно. Все, давай, побежали, короче. Давай. Очень литик тут летает, спокойно воду. Что-то вот как-то, блин, я боюсь, что вот эти вот места хреновенько будут проходить. Хотя пчелы наводятся сами, в принципе, не должно быть проблем. Ну, не справимся. Сука, они нас догоняют, нахуй. Фига, он летит. Какой шустрый. Вот сюда кинуть можно. Блять. О, господи. Блин, а это у нас есть. Тут она, блядь, здесь оказалась, нахуй. Сашими, фигурами, честно. Меня уже принимать? Ну можешь. Да ёб твою мать, что тут, блядь, терье? Да иди принимай. Так, принял. Так долго принял. Я тебе когда-то говорил, на какую кнопочку всё сразу принимать, просто, блядь. Мне теперь надо отхилиться, потому что ёбаная лава, блядь, из ниоткуда она нахуй взялась, блядь. Сука. Сейчас опять могу. Угу. Причем вот интересно, как они там подыхают. Ну, пиздец, пиздец, блядь. Тебе точно браслет надо. Ебаный слизь. Да нахуй мне этот браслет, блядь. У меня есть зелье, чтобы игнорировать лаву. Но оно длится 4 минуты, блядь. То есть я не хочу его просирать сейчас. Потому что вот, когда мы будем уже от босса бегать, оно будет в разы нужнее. Куда он летит? Я вот уже это не принимал, блин. Давай поднимемся наверху. Да, что это меня ударит? Ты сейчас помрешь. Я вижу, блин. Что все очень хуево, у меня уже 4 хп. Что? Стой выше, чё ты, блядь, тут встал? Выше иди, чтобы они не резались. Чего я выбил? Я выбил ю-ю. Пылкий каскад на 31 урон. Нормально. Пусть лежит. Хилься и резайся. Зайди в зеленых точно. А. Я захилился. Все, давай, кидай. Да,
подожди, куда там хочешь. Подожди, блядь. Сука. Я же все специально убрал с этого тулбара, чтобы нихуя не мешал. Побежали, давай, 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 давай. Ран просто. Надо было бафнуться, чтобы демонов призвать. Нет, что-то понял. Ты куда-то... Давай, сука. Все. Да, вроде бы все. Так, аккуратно тут уже лава. Подожди. Ну, давай. Хуяк. Все, готов, да? Да. Понеслась моча по трубам. Зелье от лавы. Да выпил я все. Я все выпил. Она еще отрывается, блядь, я забыл. Блядь, я жестко. Давай. Удачи. Айзермена по 10 мне нанесу. Удачи, брат. Вот. Главное, чтобы, блядь, получилось. Гранаты кончаются. Че-то мы быстро. Слышь, она сквозь туры просто. Слушай, да сейчас на туре ей конец. Даже не знаю. Конец. А мы уже и больше половины снесли. Это мы быстрая мы какая-то. Не убиваем, все. Хьюстон, что-то пошло не по плану. Все идет немножечко не так, как я сейчас она простая. Ебать, она хуйня. Подожди, надо, чтобы она не в доме так умерла, потому что будет зашквар вообще. Беги на, беги оттуда, твою мать! Два раза сейчас. Ёк твою мать! А, все, я ее уебал. Можно нихера тут пчел. Конечно, нихера себе тут пчел. Я к тебе сейчас телепортнусь, ладно. Ага. Я просто что-то не смог от нее убежать. Она что-то все быстрее и быстрее. На волю выпущены древние духи света и тьмы, охренеть. Ну я ж тебе говорил, что она быстрее и быстрее будет, трындец. Ну тебе, ты там стой, я к тебе, не телепортируйся домой. Я походу что рассказываешь, что не рассказываешь. Не телепортируйся домой, я к тебе телепортироваться должен. А почему я не могу? Дали сердце демона. Блин, офигеть. Ладно, дорогие друзья, вот так мы... И прошли стену плоти, слава богу, у нас есть хотя бы этот золотой молот, чтобы разбивать алтари. Святой молот. Святой молот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будут еще новые серии, как мы выживаем в хардмоде. Всем удачи и всем пока. И у меня зарез пиздец. Мне бы, блядь, дойти до дома еще. Ну так на зеркало нажми. Пиздатишего расклада придумать нельзя, да? Да иди ты в сраку, ты 50 урона. Шо, блядь? Да ты чё, у него 46 тысяч хп, ты ничего не знаешь. И чё, они теперь каждую ночь будут прилетать? Ой, блин. Вот это вот тебе и надо. Вот знаешь, я как почувствовал, что какой-то брат Ктулху придёт вместе. Да действительно, после двух надписей в чате он точно... Нет, ты помнишь просто то, что типа каждую ночь он к нам приходил, да, а теперь он будет со своим братом каждую ночь приходить. Типа он брату нажал. Нахуй каждую ночь приходить, блядь. Много хочется. Ну прикинь, каждую ночь это дети будет приходить. И на себя, конечно, будет восполняться. Вот это мощно было. И что ты хочешь сказать, я гранаты не пчели, но я ему мало что сделал. 46 тысяч хп, это как 3 стены плоти, так только еще при этом ты гранатами по 1 урон наносишь с каждой пчелой, то есть тебе 46 тысяч пчел надо, я даже не знаю, сколько это приблизительно гранат. Страх.
у грудного окна. Видишь, у меня неваляшка, блядь, отлетает. Ты куда? Да у меня тут зомби-апокалипсис. Разбираемся с зомбарями народным местом. А слышишь, вурдалаки не... Кто это, блядь? Ламия, блядь! Песчаный... Да ну на... Василиск! Да я таких не помню! Я знаю Ламии, я смотрел аниме с ними. Ебануться, ты чё их тут понабежал? Там еще сзади. Пиздец нахуй ты ему устроил, блять, разъёб по фазе. Всё, ты это не хочешь. Может быть, на небо слазить? Давай. Я палец на небо. Не, я типа и хотел туда слазить. Вот. Но я только и засмотрелся, что-то до хера мобов как-то. О, уже атакует, классно. Я вообще намерен купить у него это все, но крылья я имею в виду, но вот вообще надо собирать перья, чтобы их скрафтить. Ну чё, неверный, прилетай. Неверный, кстати, хп как у глаза Ктулху. Это мини-босс, короче. Верно, мини-босс? Да. Там 4 или 8 тысяч хп, я точно не помню. Да плюс она еще летает, как это, как червь. Вот она! Смотри, блин! 118 урона, ёпку! У нее 8 тысяч обука. Мне домой не успел. Но она тебя уже отправила. Короче, с нее с одной вроде падает достаточно эссенции, чтобы сделать крыль. Офигеть, блин, пришли. Вот прикинь, так на рыбалку сходили. Ну чё, выловил, считай. Господи, ужас какой, я патроны кончаю. Шеф, патроны кончаются. Где ты, где ты? Я на рыбалке. Рыбалки. Хорошо, она к нам домой не прилетела, дура эта. Мы можем ее попытаться опустить на землю просто и на земле ее взять. Давай, ару. Чинга на них патроны пукует, не вернул. Mm-hmm.
Я ее жду снова. Она меня просто зажала тогда, и что-то не получилось. А так я ее сейчас... Луна. И опять меня зажимали. Не лови ее, блядь! Кого тебя ловит? И меня тоже, на. А тут у тебя вообще бодихард, я смотрю, происходит. Да ты че? Пиздец, нет, нам надо все-таки делать где-то кирку, броню в жопу этих виверн. Пока что лучше купим эти крылья у нашего, блядь, трактирщика как-нибудь. Все, погнали тогда это. Копать. Погнали. В джунглях. Погнали только по моей дороге. Ну, веди давай тогда, че. Просто у меня карта есть, где я ходил, изучал, там еще паучки были. Хотя не знаю, какие там теперь паучки. Опа! Да сука, я, блин, зелье целое выпил, ты мне это зелье сбил. Фигня, научился бросить, перепрыгивал. Мне слизень теперь по 30 урона наносит, это как-то непривычно для меня немножко. А, то есть по нам теперь еще больше наносит? Да, у них урон.